Елена Рыбакина впервые в карьере вошла в десятку лучших теннисисток мира. По итогам открытого чемпионата Австралии первая ракетка Казахстана заняла 10-е место в обновленном рейтинге по версии WTA. В финальном поединке за главный трофей австралийского первенства Рыбакиной противостояла пятая ракетка мира из Беларуси Арина Сабаленко. В стартовом сете Рыбакина уверенно одержала победу. Во втором казахстанка позволила сопернице восстановить равновесие. В третьем шансы на победу были у обеих, но белоруска оказалась сильнее. В итоге она поднялась в рейтинге на второе место. Лидером осталась Ига Швёнтек из Польши, а Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, сыгравшей в финале Australian Open. Это позволило нашей спортсменке взлететь сразу на 15 строчек и оказаться в десятке лучших теннисисток мира. У нее очень сильная подача, можно даже сказать, одна из самых сильных в женском туре. Очень нервная, скажем так, нервная система, устойчивая. Вот это очень важно. Иногда ей, мне кажется, не хватает, страсти. С другой стороны, это может быть даже хорошо. То есть, что ей всегда удается сохранять вот этот настрой такой спокойный. То есть, в любой ситуации она всегда очень сдержанная, очень выдержанная, очень спокойная и, скажем так, не теряется.